Всем привет! Привет, привет! Сейчас поставлю телефон, чтобы могла с вами разговаривать. 242 человека. Приветики. Ты где? Я в Мураками. Да, я одна. Я самая пунктуальная. Глюч. Ну, Мураками такой интернет. У нас гроза. У нас нет. Хватит с нас гроз уже. Короче, девочки еще не пришли. У нас будет интервью. И они еще не пришли, они опаздывают. Я. Ну как тепло? Я бы не сказала, что сильно тепло, если солнце, не знаю, что это тепло. Я в толстовке. Да, я первая. Почему у меня постоянно распущенные волосы? Потому что мне так удобно. Нам на 12:30. Нет, у меня... Ау! Что, Тимур? Братан. Чё? Я не понимаю, что ты пишешь. Мы никуда... О, класс! Опаздывает, да. На улице холодно? Ну, немножко. Ответь. Что ответить, Тимур? Тимур — моя жизнь, те, кто-то пишет. Как Каплун? Не знаю. Сейчас блокану одного. Толстовка крутая. Спасибо, блин. Это одна из моих самых любимых толстовок. Я сначала ее не хотела брать, когда мы были в Москве, в Рибоке. А потом подумала, что классно. Это какая-то типа Рибок с кем-то там дизайнерскую какую-то штуку делает. Что скоро, Тимур? У меня сегодня немножко другие планы. У меня, короче, вообще... Я такая не спала до 2 часов ночи, потому что там... неважно, короче. Не спала до 2 часов ночи. И потом я искала, ну, там, трек на Milkshake, или еще там переписывалась. Ну, неважно. С кем я переписывалась, неважно. И, короче, легла я где-то в 2. И поставила будильник и не услышала на 11. У меня было занятие с детками, я проспала. Я просыпаюсь от звонка Сони, такая, в 11:15. Лера, а ты где? Я такая, я дома. Она такая, в смысле дома? Я говорю, я проспала. И, короче, я бежала за 10 минут. Я не завтракала, короче, еще сегодня, и поэтому я, пока у нас, пока девочки идут, все собираются, я решила позавтракать. Вот так. И я за 10 минут добежала до студии. Что вы расскажете? В Рибоке купила толстовку. Планы на лето. Итак. Один пунктик с моего списка будет выполнен. Это уже точно. Вот такие у меня планы на лето. Короче, планы такие, знаете, они колебаются, потому что непонятно, какие у меня планы. Нет, я знаю, какие у меня планы. А планы, короче, в планах. Но афишировать я пока ничего не хочу. Вот так. Почему вы? Я одна. Мне Лана пишет? Или что? Вы пишете «Ответь Лане». Что ты заказала на завтрак? Я заказала, ну, типа такой ролл с фруктами. Фруктовый ролл. И коктейльчик. Красотка, спасибо. Любимая песня. В последнее время, наверное, последние 4 дня, 3, 3 дня, в связи там с одним сном, хотя нет. Ну, короче, неважно. Да. Думаю, этот сон был не просто так. Я подсела на песню Ed Sheeran, кавер Love Coco. Не надо материться, так у меня в трансляции. Как альбом Мота? Альбом Мота? Да, Тимур, что ты хочешь? Лана здесь я. Привет, Лана. Фотки в инсте потрясающие, спасибо. Когда мы поставим на видос? Ну, у нас есть для этого личное сообщение, а не Перископ. Что не мои вопросы. Альбом Мота
Ну, честно, я его наслушалась в следующие 2 дня после того, как он вышел. Я быстро наслушалась его очень. Наверное, потому что день и ночь, я не знала, почему этот трек вошел вообще. День и ночь быстро наслушалась. Это прошлогодний трек вообще. Дальше «На дне» я слушала, ну и сейчас слушаю, наверное, это единственный трек. И мне очень нравится «Потрачено». Ну, а 911, это прикольный трек, а может, тоже прикольный трек. Прикольные треки, но да не игнорщица я. Прикольные треки, 18+, да, мне тоже этот трек нравится. Треки классные, но, знаете, они надолго, их не хватает. Мне надолго хватило только «На дне», «Потрачено» уже поднадоело, ну и 18+, так, под настроение тоже нормально. Я никакой фильм тогда не посмотрела, я просто начала смотреть влоги всяких ютуберов. 92 дня я ее наслушалась, как только этот трек вышел. Мне несут коктейльчик. Да. Как год закончила? Хорошо закончила. Ура, я могу писать. Вулкан. Какой вулкан? По-моему, там не было такого трека. Какой стиль на милкшейке буду показывать? Я вам позже это, наверное, афиширую, все. Да, завтра выходит «Иллюзия обмана 2», но завтра... У нас вроде как фотосессия с балетом. Завтра же, 9-го. И, короче, поэтому надеюсь, что я успею. Но, если что, пойду на 10 утра. Нет. На 10 утра не пойду. Спасибо большое. Мой любимый коктейль. Знаете, как он называется? Банановая корова. В каком топе? Я не шарю. Приятного аппетита. Тимур, я? Какой это день недели? А, это воскресенье. Ну, приду, конечно, к тебе наверняка. Наверное. Скажи, ты в топе? В каком топе, ребят? Я вообще не шарю. Это Перископ какой-то или что? Да? О, прикольно. Топ Перископа. А я впервые там, я просто не в курсе. А, ты хочешь с МК снять? Ну, хорошо. Что нет? Ты часто там? А, я часто там? Я не в курсе. А, это когда больше 50 человек. Все, я поняла. Ладно, ты МК даешь, что ли? Я сделала такой, короче, из-за того, что у меня очень много песен. Там, где я в Мураками, на летней террасе. Смотрите, как много людей. Прям очень. Передо мной сидят 2 человека и все. Короче, Музафарова своим звонком сорвала трансляцию. Ангелина. Ну, в студии. Как я могу показать Мурзика, если она просто набрала мне и сорвала трансляцию? Они уже все в студии просто. Да, Мурзик звонила. Девочки сюда не придут. Я никого не жду. Потому что я хочу поесть. Я не завтракала. Последний раз отвечаю на этот вопрос. Я не завтракала, я проспала занятие, быстро собралась, девочки уже в студии, я нет, потому что я хочу позавтракать. У меня сегодня еще тяжелый день впереди. Тимур, взаимно бесишь. Каких сердечек больше? Фиолетовых, наверное.
Да, фиолетовых больше. Теперь оранжевых. Спасибо всем, кто желает мне приятного аппетита. Тимур, ты знаешь Сливенко? Привет, Сливенко. Нет, не хочу я стричься. Не несут мне еще ничего. Да никто ни с кем не встречается. Все меня знают и любят. Ох ты, боже мой. Ты популярнее, ты Сливенко. Боже, вы сейчас спрашиваете, в какой я класс перешла? Я такая... В 11-й. Кошмар. Ребята, это не может быть такого. Я в 5-м. Я чувствую себя на 7-й класс. А я перешла в 11-й. Такое вообще бывает в жизни? Я через год закончу школу. Козырша, ты тут? Кошмар. 11-й класс. Что? Нифига ты не... Так, слышишь, я думала, ты... Да, я в 11-м, ребят. Вот именно. Короче, это как его... Сливенко. Так нечестно, блин. Я думала, вот у тебя нормально видно. Вот так Гулливер, и у тебя видно вот так родину мать. А ты налажал все. Вот так приблизил.